Бросить курить легко с монастырским чаем. Монастырский чай – натуральное средство, помогающее всего за 3 недели полностью избавиться от никотиновой зависимости. Почему монастырский чай рекомендован каждому желающему бросить курить? Полное избавление от зависимости уже через 21 день. 99% употреблявших чай бросили курить навсегда. Идеальные показатели организма уже через 4 недели. В сборе не содержится никотина и его заменителей, а также химии. 100% оригинальная продукция, прошедшая сертификацию. Цена упаковки чая в среднем дешевле, чем 2 недели курения. Прост в использовании. Нужно только пить как обычный чай. Как работает монастырский чай? Монастырский чай – это гениальное средство, помогающее справиться с причиной желания курить. Почему? Чай выводит из организма 99,99% никотина в течение 3 недель. Привычка уходит на чисто физическом уровне. Организм быстро забывает о никотине. Чай выводит из организма токсины, улучшая самочувствие. Вы больше не захотите возвращаться к одышке, неприятному запаху изо рта, усталости. Чай укрепляет и успокаивает нервную систему. Вы забудете о стрессе, паническом желании выкурить сигаретку и постоянной нервозности. Чай успокаивает излишний аппетит. Вы не будете хотеть съесть лишнего, потому что ваш организм будет в спокойном и расслабленном состоянии. Чтобы заказать монастырский чай со скидкой, просто переходите по ссылке в описании к этому видео. Поспешите!